Саровчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут списать долги за коммунальные услуги на льготных условиях. Если ваш долг копился больше 2 лет, то при единовременном погашении основного долга МУП-центр ЖКХ погасит 45% от общей суммы пени. Некоторые горожане уже погашают долги на льготных условиях. Приблизительно каждый день приходит по 3-4 человека пока. Надеемся, что их будет больше. Объем в городе людей, которые подпадают по нашим оценкам под категорию, где-то приблизительно 1000 квартир. Заключить такое соглашение можно в отделе по работе с населением центра ЖКХ по адресу Шевченко, 27А, первый этаж, кабинет 1. При себе необходимо иметь паспорт, а также справку о наличии задолженности Саровской биллинговой компании. Такие задолженности напрямую влияют на работу центра ЖКХ. Да, это отражается на работе центра ЖКХ, снижая его возможности в течение месяца на проведение определенных работ. Деньги так или иначе ресурсонабирающая организация все равно свои заберет. По суду или еще как-то, она все равно их забирает. Это, с ними шутки плохи. Поэтому на сегодняшний момент есть задача о том, чтобы вот это движение ресурсов от ресурсоснабжающей организации к человеку и оплата от человека до ресурсоснабжающей организации было налажено прям без всяких задержек. Подробную консультацию по списанию долгов можно получить по телефону 991-67. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.